Ой, бля. Напутствие дашь какое-нибудь? Все будет хорошо. Да бля, все равно страшно. Ну, само собой. Тут ничего тебе нельзя сказать, чтобы тебе не было страшно. Тебе нужно просто это пройти и все. Бля, страшно все равно. Че тут? Пока подождите, подойду поближе. Сейчас человек улетит. Давай, что, полетим? Снизу очередь, как бы. Было бы прикольно постоять здесь, но задерживаем всех. Да тяжело, тяжело. Блядь, пиздец, как высоты боюсь. Лучше закрытым глазами прыгать? Без разницы. Можно с открытыми, можно с закрытыми. Можно в полете их открыть. Не, я сам на такое не пойду. Давай толкну тогда, ну и руки переноси вперед. Все, хватит думать. Здесь думать не надо, здесь нужно уже прыгать. Переноси руку вперед, левую руку. Левую? Ну ты левую держишься и нельзя держаться моим крюка. А можешь человек вперед пропустить, нет? Нет, я отдыхаю, прыгай давай. Ой, блядь. Прям вот вперед, в смысле, не вниз, а вперед, вперед. Вот так вот. Вытяни руку. Вперед? Да. Чтобы не было твоего обратного маятника, касания. Да живой. Да.